Байрам бывает. Байрам вообще, оказывается, он знаешь, что делает? Он, оказывается, не играет кости, а он просто ломает пацанам кости. Он на туре, да, вот за такие слухи за него ходят, что ему равных нету, это правда, да? Да, брат, там удачно, неудачно, я не знаю, как он это делает, брат, у него, походу, там какая-то левая схема. Ну, я знаю. А ты расскажи, что вчера было, пацан без трусов один остался. Поехали, Байрам, с кем-нибудь поиграешь? Да там все боятся, только оттуда. Ты слышал это, блядь, Его все там знают. И туда подъезжаешь, это Байрам, ты что, с ума сошёл или ты на 100 хочешь играть? Байрам! Малолетки забираются там от него, блядь, Байрам ихняя легенда. Они там по 2 штуки, по 500 играют, Байрам залетает по 150, я с Байрамом еду. Легендарную речь послушай. Якари, он сзади с нами. Поехали, Курбан, туда. Все поезжайте туда, братья. Да, в казино. Потом, да, потом, так оно репетишем. Поехали в казино, Андрей. Братья. Байрам, братишка, рад тебя видеть. И чё за гигант? Вау, чё за ксенон у тебя, Байрам? Да, у меня, брат, фары ещё фиолетовые, ксенон. А, шалеть, Байрам, ты удивляешь, братишка. У тебя чё за ласточка заряженная? Слушай, да, брат, чё я тебе сейчас скажу? Ты сейчас в шоке будешь. Сегодня Аляску встретил. Общался с ней. Я говорю, бля, Аляска, ты теперь понимаешь? Она говорит, бля, на неон каплю, говорит, это моя мечта. Поехали с ней в банкомат, 100 штук ей перевел, короче. Я ей говорю, бля, мой номер запиши, она мой номер тоже записала. Она говорит, бля, я подумаю, понял? Вай, как заговорила, Байрам, как заговорила. Я говорю, смотри, у тебя времени мало, говорю, думай быстрее, говорю. Хорош, Байрам. Четко зарядил ее по этому моменту. Просто бы я ничего не сказал, шел без слов. Хорош. И она там вот так, ты 100 штук зарядил, она тебе номер записала, все, и ты ей говоришь, давай, короче, думай. Она твоя, Байрам. Она железно твоя, братишка. И так, и в перископе, и тут, и там. И сейчас у меня угадай, сколько баба. Сколько? 500 штук. Когда я, блядь, спать вчера ложился, у меня было, блядь, 70 тысяч. Ай, блядь, Байрам, ты чё за гиг? У тебя 5 бумаг опять, что ли? Да. Ещё раз, знаешь, я сколько пацанам ещё раздал бабок, блядь. Уж, блядь. Сегодня вообще, блядь, 50 штук, блядь. Мне сегодня ничего не давал ты, Байрам, за слова. Я чебаб ещё, блядь. Чебаб, кстати, у меня проиграл. Я чебаб выиграл, кстати, да. Да, чё там, якобы? Брат, штук 100-150, если штук 150, 100 мне закинешь, вообще гигант будет, Байрам. Я, брат, в казино едем же. Конечно, 70 вчера штук было, кричал тебе, еще там подниму, 5 маг сейчас поднял. Банкомат едем? Вот тут банкомат, выходи, говори. А, поехали. Сейчас. 389, 522. 389, 522, да, вот таких братьев побольше бы, как Байрам, прикинь, только зайду, сразу встретил, иди сюда, старший брат, банкомату, пах, аккуратно, 100 штук сейчас на карман, просто аккуратно это Байрам действует, это пацан, смотри, да, 5 бумаг поднял он, смотри, да, вай, бля, ты сколько заделал, Байрам, это кто, Байрам Акент? Это ты с Байрамом, да, вместе двигаешься? Да, да. Гигант, брат, чё старшему брату никакие сгребчики не делаешь, да? Поехали, сделаю, брат. Поехали. Очень интересно посмотреть, сколько ты сделаешь. Говорят, ты очень богатый парень здесь в городе. Мы олигархи, брат, здесь в городе сделаем, брат. Хорош. Если олигархи, то там серьезной суммой попахивает. Чё за у тебя заряженный аппарат, брат? Чем Ахмату, брат, больше разгоняет же она. Базара нет. Сколько стоит такая тачка? Лям 100. 260 разгоняет. Нереальная. Че, пойдем посмотрим, сейчас что за суета пойдем, вообще пойдем. Будет. Сейчас посмотрим, что за ты бабками владеешь. Сейчас посмотрим, настолько говорят, правда, что о тебе вот так говорят, что ты настолько самый щедрый, самый богатый пацан в городе. 389, 522. 389, 500. Фай! Базара нет, братишка. Мне тоже надо. Базара нет. Это... Вот он со мной двигается, брат. Бля, у тебя серьезные люди в команде, Байрам. Щедрые, бля, гиганты, бля, молодые, хищники, бля. А шалеть он что за отморозок, это молодой. Он исправился, брат, такой беспредельщик. Руку можно пожать вашу, молодой человек? Мы-то руки не жмем, но для тебя исключение. Ай, бля, Байрам, от души младшие братья. Юкари, Алонсо. Гигант, бля. А сколько ты ему перекинул? Молодые гиганты. Кадмар.
Надо было больше 5 минут, брат. Да, он сейчас просто стопудово, сейчас 5 мак закинул, сейчас через... Да, нужно, брат, казино, брат. Сейчас поедем в казино, он поднимет и еще столько же закинет. Поехали, казино? Поехали, поехали, братишка. Да иди до отсюда, идиот, бля. Иди нахуй отсюда. Молодые бродяги передвигаются по городу. Ай, бля. Ай, бля, мэр, это ты, что ли? Приколись, да. Как вообще, как, какой переворот, блядь, в стране, блядь, уже за Байрамом бегают, бабки просят. Какой коэффициент на это был в те времена, когда Байрам сам просил бабки? Если мне кто-то подошел бы и сказал бы, за Байрамом пацаны будут бегать, бабки просить. Я не знаю, на что бы я с ним поспорил. Ну, Байрам поднялся, пацаны. 150 играешь, ты? Эй, бомж, на 150 играешь, ты? Поехали. Куда поедем? Лахма, как ты наши встречи? У вас серьезные, братишка, вот такие, почти как одинаковые. Вы. Вот такие, как вы в городе в натуре шум наводят нереальные. Это только, по-моему, ваше брат, начало, да? Брат, ты не видел, да, что мы сегодня к итальяшкам сделали. Поехали к нам посольство, пообщаемся дома. Поехали, братишки. Поехали. Что за у вас аппараты нереальные? Это первое еще. Еще в гараже еще одна соска есть. Ты молодые газуи. Давай под этот трек, а бубач Митер зашел. Вот же этот трек. Байрам и Юкари по городу движуху наводят. 2019 год на дворе. Уу, эти два молодых пацана взорвали просто просторы интернета. Байрам и Юкари. Отлично. Они передвигались на двух тачках черно-синими полосками. Крутили серьезными бабками, помогали старшим. И их весь город уважал за это. О них слагали легенды. Отцы своим детям и дети своим отцам. Фу, и они не замечали никого на своем пути. Не знаешь, молодые как, пацаны. Откуда я могу видеть, скажи, да? Вот эти оба, видишь, молодые, Якуб, иди сюда, Якуб. Ага. Вот эти молодые, знаешь что, самые богатые люди этого штата. Вот им не то, что ты за 300 мог... Казино Вулкан. Ай, бля. Эти оба загремят. Дайте я вас сфоткаю, пожалуйста, подождите, остановитесь. Интервью, поднеси микрофон, Ахматова. Микрофон поднеси, сейчас я интервью буду брать. Здравствуйте, молодой человек. Якури, Якури, как вы, как вообще докатиться до такого, вот до таких состояний? Оттуда с мэрии недавно, помни вас. Просто двигайтесь с Байрамом. Микрофон тоже поближе, Кенту, поднесите к Байраму. Просто, все приходит, но не сразу, пацаны. Все приходит, но не сразу. Вот как вообще? Дайте совет, наставление Андрей, молодежи, Андрей, дайте. Андрюха, что, брат? Сядь, пожалуйста, Байрам, выскажитесь, пожалуйста. Вот вы работали вдвоем Байрам, на протяжении очень долгого времени. Как вообще, Байрам? Как? Залог успеха, как? Байрам, залог успеха. Просто есть такое имя Байрам. Понимаете? Ну и все, и оно ключевое. Если вы, бля, скажете слово Байрам, вы далеко пойдете. Да? А сколько стоит? Шикарная речь, не имеющая никакого смысла. Шикарно, Байрам, шикарно. Да, теперь Юкари хочет что-то сказать, он и более интеллигентнее. Шикарные очки, Юкари. Великолепные ваши перчатки, шикарно выглядят. Номер карты, вы знаете. Деньги никогда нельзя жалеть. Тебя нужно разбрасываться налево и направо. Я просто всегда говорил, что деньги это всего лишь бумажки, а братья останутся всегда. Вот это шикарная речь от миллионеров. Я всегда это говорил. Миллиардеры. Миллиардеровые, долларовые магнаты перед нами сейчас дают, малы. Микрофон, а знаешь, как мы познакомились, брат? А знаешь, как мы познакомились? Я его в клубе убил. Я его тоже убивал, себе. Короче, я его в клубе убил, потом оба залетел, меня убил. Потом нас двоих в Демарган поставили, и там уже связка пошла, понял? Ошалеть, у вас знакомство. Вот настоящая дружба, она же с войны начинается. Да, его... Чтобы Байрам кого-то себе нашел друга, это же невозможно. И ты две вещи сделал невозможные, разбогател и себе друга нашел, с кем ты нормально ладишь. Да. Ты как набрал, Байрам? Снайпер потеряли, знаешь, это Лохмани? Снайпер потеряли. Для них это снайперская, для них это как я не знаю. Это как водяной пистолет. Для него это как пойти сейчас бургеры купить, для него это вот такой расход. И что, они миллионеры, брат, они деньгами всего города владеют. Миллиардеры. У нас еще лям заложен, братья. У нас еще, вот у него машина за лям есть, которую он может продать по-русски. За два ляма, за два. Да, за два ляма. Если казино не повезет,
Хотя это маловероятно. Да, поняли, если вдруг на мель уйдем, у него еще есть, понял, блям. Микрофоны поднесите, я же интервью снимаю, это же не просто так, они потом мне это оплачивают будут сейчас. Микрофоны поднесите к Байраму, это же интервью на весь мир, бля, люди у них же. Итак, расскажите, Байрам, вообще, каково жизнь поменялась оттуда, там, вот, когда деньги появились? Когда их, что вообще? Оливия подлетела сразу. Да, Оливия не он, залетела. Говорит, подари, не он, говорит, подари. Оливия залетела на мой стрим и говорила, а Байрам. Я ей сказал, все, дорога закрыта, ты опоздала. На колени встала она, на колени. А шалить ты ее на колени без слов поставил, что ли, Байрам? Да, она просто попала. Брат, теперь следующий, знаешь, как следующий уровень какой, чтобы за вами охрана стояла. Вы охранники когда будут, Байрам? Брат, мне уже говорили, давай водителям, я твоим. Вы молодые пацаны, за вами охранники должны стоять. Никеры должны. Я же сейчас, братья, 10 человек соберу, просто, братья, будем залетать в разрабу, слушай. Конечно, чтобы не ты в руки пачкал, видишь, не ты руки пачкал. А уже твои люди подходили, бам-бам-бам, минус. Когда рядом и ты едут, они нам били по 100 раз, чтобы услышали. Вот это перспективная молодежь, вот на вас смотришь, прям вот сердце радуется. Вот такие два бродяги взяли и поднялись на ровном месте. Пацанам приходят, помогают, там, тут двигаются. Уважаем вас, братишки, гиганты, в том же направлении двигайтесь. Лахма, ты должен, брат, вот в ближайшее время купить, что ты планируешь у тебя. Что за я за сейчас все куплю же, братишка, денег не хватает, а поедем в банкомат у тебя. Чего-нибудь, какого-нибудь за это интервью у тебя, бля, люди миллионы платят, бля, я вам просто так сделал это, бля. За 2-3 бумаги, бля. Поехали за интервью, заплатим. Поехали. Гигант, бля, Юкари сразу от слов к делу переходит, от слова родные отвечаю. На его нереальной тачке под музыку едем сейчас в банкомат, нереальную сумму переводить. Мой не он садится, он потише, брат. Не, у него что за заряженная тачка, ты на него не сзади. Пошел, Юкари. Охрана сзади. Охрана, впереди сзади. Золотая молодежь выезжает. Байрам, в городе передайте всем. Едем с бродягами, смотрящими по городу. Самые крупные суммы у них водятся. Мы миллионеры этого города. Это миллионеры, разойдите. Миллионеры, а как я говорю? Миллиардеры. Вывози все машины-то оттуда, сопровождая молодых. Все фракции. На 30 метров банкомат, чтобы проехать какой-то проезд. Конечно. Сейчас пусть нас закроют 30 машинами, блядь. Номер счета. Фу, 389-522. 389-522. Что-то серьезное намечается, я тебе говорю. Ты что за счет у меня выпал? 4-4-5-5-9-5. Что-то серьезное намечается. Фуай, блин, приколись. 4-4-5-5-9-5 тоже закидывай. Че он творит? Поехали. Зазнался, не зазнался, пацан. Просто такие же, какие они есть, выходят сейчас. Байрам тоже выскочил, сейчас у кого-то спросит. Сейчас у Байрам спросит, Лахма, какой счет тоже скажи, я тебя еще кидаю, бля. Я тебе говорю, что Байрам не просто так вышел. Смотри, 389, Байрам. Скажи. Я не слышу ничего, Байрам, но я знаю, что ты хотел спросить. 4-4-5-5-9-5. 389, Байрам, 522. Пошел, Байрам, я тебе говорю. Просто смотри, без слов, Байрам это делает. Тут смотри, ты уже все свои номера счета кидают. Байрам, без слов, я тебе говорю. 4-4-5-5-9-5. Я тебе говорю, Байрам, без слов это сделает. Смотри, просто смотри, проверяй, бля. Ай, сау, чисто сотка упала. Фуй, Байрам. Байрам ждал, пока слово летится. Байрам ждал. Байрам, тебя не слышно, если что? 389-522. Юкари, сюда. Пошел, я тебе говорю. На Байрама, смотри. Все-таки к терминалу пошел, бля. Я тебе говорю, Байрам. Хищник. 389, Байрам, 522, братишка. Ай, бля, Байрам. Гига будет, да? Байрам, я тебе говорю. Полтинники скидывает вот так эти все пятерки, как делают. Полтинники, да, он скидывает, полтинник он скидывает. Недавно, не, Байрам мне уже около, бля, 3 миллионов евро перевел. Поехали до золотой молодежи по городу под музыку. Да, я тебе потом, короче, напомню. Поехали, Юкари. На их походку, смотри, как они тут заходят. Эй, эй, эй.
Как они уверенно в клуб залетают, посмотри. Это Байрам и Юкари. Позвони то кому-нибудь в чатом, чтобы станцевали. Культур-мультур программу организуй, да, отцов. Пару штук долларов пусти, да, в оборот, чтобы здесь такая вечеринка стала. Тебя не слышно что-то, отцов? Давай. Пару сотен штук. Отметим то, что вот два таких молодых пацана, пускай весь город знает. Мы какая толпа. Девочек, да, уже все знают, брат, уже все знают про нас, кто мы такие, чем мы дышим. Хорош. Уже каждый проговорит, бля, Байрам, как ты легенда, понимаешь, без слов просто. Ой, бля, Без слов, как он тебе скажет? Он на три расстрелял, бля. На таком уровне, да, что без слов аж говорят, Байрам, легенда, понял? Ой, бля, Хиза на три расстрелял, нет. Жестко, бля. Это же Хиза, пацок. Хиза, Хиза. Ну, Байрам это миллионер, я тебе говорю, что бы не было. Байрам и его футболка, вот это ихняя стильная, ихняя кроссы, смотри, это алики. Просто эту букву Б смотри, подчеркивая, Байрам легенда, бля. Ой, бля. Это все схвачено, бля. Все в обороте уже, бабки тоже в обороте крутятся. Даже не просто так поднялся, а потом думаешь, проиграешь. Нет, уже, бля, заложено все. Уже, бля, на случай проигрыша есть, бля, еще одни бабки, которые, бля, дадут отыграть этот проигрыш. Ахмату. Или проиграть даже. Ахмату. Кто, пацаны, говорит, что проиграет, тот никогда и не выиграет, пацаны. Залог успеха вот был. Байрам, бля, ты чё за азартный тип, на тебя на аппарат и запускать вообще опасно. Я здесь-то всегда азартный, брат, здесь-то у меня азарт. Базар, это твоя тема, ты поймал её сейчас, да, Байрам? Да, железный азарт. Хорош, Байрам. У Юкари тоже, да? Чё у Юкари? Ой, бля, там чернуха у нас идёт на эту тему. Пацаны плакали, на 2 миллиона пацанов раздели, плакали, серьезно, вот реально за компьютером сидели, плакали. Потом да. Начали задевать, короче, на родных и на 30 дней. Еще на бабки подлетели, еще на 30 дней, да? Вот представь, Лахма, прям реально плакал человек. Реально заплакал, он в шоке был, да, как он так проиграл? Да, да, он в шоке, его просто заплакал, да. И начал от злости задевать родных, и еще ему репорт дал админ, да? Да, дети что-то там разговаривают. Он, наверное, умер, бля, где-нибудь, после того, что вы с ним сделали. Туда можешь дойти? Это что с этими пацанами? Их посадили? Давай, может, поможем Абубака? Подожди, подожди. Мы их разоскаем, Абубакар, нет? Почему же положим их, нет? Давай положим их. Миша, как вы сюда приехали? Рассказывай. Стой. Ну рассказывай. Что рассказывать? Ну а как вы сюда приехали? Просто катались по городу. Просто катались по городу, да? Не по городу, по шоссе катались. По шоссе, да-да. И резко вот прям сюда. А что здесь такое происходит? Здесь что, нельзя находиться, я не понял? А не, мне вот что-то подсказывает, что вы по МГ-инфе приехали. Нет, по какой МГ-инфе? Мы даже не знаем, кто здесь. Это не МГ-инфа, эти типы, которые в машине, это мои кореши. Я понял, все, тогда продолжайте, ты понял. Собираем оружие. Это кто? Стой, стоять! Выходи с машины, быстрее спиной. Чего ты убил? Что за ДМ? Какого хера ДМ? Стреляй, Димарган кинуть хочешь? К машине! К машине лицом, немедленно! Немедленно к машине лицом! Руки за голову, быстрее! Руки за голову, быстро! Все, блядь, за что? Все, блядь.